Здравствуйте, друзья! Католики и протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 поместных православных церквей мира, придерживающиеся новоюлианского календаря, отмечают в ночь с 24 на 25 декабря самый радостный христианский праздник – Рождество Христово. Проходят праздничные мессы и в Республике Беларусь, где мы находимся, поэтому мы никак не можем остаться в стороне от этого события. О встрече и праздновании Рождества Христова, о правильном понимании этого праздника, о личных впечатлениях от него, о науке, религии и о многом другом мы с вами сегодня говорим с отцом Юрием Санько, пресс-секретарем конференции католических епископов Беларуси, настоятелем прихода Святой Троицы или костела Святого Роха в Минске. Ничего не перепутал? Нет, все правильно. Здравствуйте, отец Юрий. Похоже, Господу угодно, чтобы наши с вами беседы о вечном не канули в лету. Мы признательны, что вы нашли время для нашей беседы. Но, во-первых, от всей души поздравляю вас с праздником. Спасибо огромное. Могли бы вы условно дать оценку готовности христиан, которые отмечают Рождество в эти дни, и вашей паствы к этому празднику? Предшествует Рождество, период Адвент, Рождественский пост, и в этот период проходит много разных молитвенных встреч с прихожанами, реколлекции, то есть такие духовные упражнения. И я как настоятель очень так всегда трепетно и переживаю, чтобы люди не просто так как-то материально подготовились к празднику, но и духовно. И когда ты видишь количество людей, приступающих к причастию, это первый знак того, что действительно человек с чистым сердцем подготовился и празднует это торжество. Поэтому я думаю, что первый признак готовности – это вот количество людей не только в храмах, но людей, которые приступают к причастию, которые поисповедовались, которые укрепились духовно и переживают эти дни, этот день, светлый день, сегодняшний день в кругу своей семьи. Вот. Поэтому я считаю, что... И как в этом году? Великолепно. Я очень благодарен Господу за Его присутствие среди нас, за то, что люди могут ощущать Его присутствие. Ведь исповедь, я говорю, это не только место, где мы очищаемся от грехов, это место, где мы набираемся силы, это место, где я лично ощущаю, как Господь очищает мое сердце и лечит мое сердце. И, конечно, это видно и по службам, по лицам людей, как они готовились, как они посещали храм в этот период, когда была подготовка к Рождеству, как они вчера вечером присутствовали на службе, сегодняшний день. Это тот прекрасный знак, что действительно они ждали этого праздника. Они ждали, не только украшая дома, не только покупая подарки, но, прежде всего, они готовили свои сердца. Спасибо большое. Часто говорят о том, чем отличается празднование Рождества православного от католического и так далее. А мне очень нравится наметившаяся, особенно в последнее время, тенденция сближения церквей, особенно ярко проявившаяся на встрече, которая произошла на Кубе, патриарха Кирилла и папы римского Франциска. Поэтому хотелось бы спросить вас, а что есть общего в этих действиях? Радость Боговоплощения очень радует. Я думаю, что мало таких стран, где мы можем действительно ощутить вот это единство, как в нашей стране, в Беларуси, где большинство семей смешанные. Муж православный, жена католичка или наоборот. И вот я сам вырос в семье, где смешанная семья. Мама была православная, сейчас, конечно, она ходит в костел, но я помню, как мы праздновали Рождество, сразу католическое, мы готовились всей семьей, потом мы праздновали православное Рождество. Вот это единство в празднике, в праздновании, вот это единство в этой светлой мысли, в восприятии Господа, вот это единство в христианском духе. И это, конечно, богатство нашего народа, нашей нации. И
я думаю, что многие также должны брать пример именно с нашей белорусской земли, как могут жить вместе, в единении, в этом в мировосприятии разные конфессии, разные религии. Единство, прежде всего, даже вот этот смысл празднования, да, сразу идем в храм, торжественная литургия, потом мы собираемся дома за кругом, за столом, в кругу своей семьи, потом мы делимся этой радостью со своими родными и близкими, посещаем их, поздравляем, делаем какие-то символические подарки. Вот в этом простом кажется, но и скрывается вот эта глубина единства, глубина понимания, мировосприятия. Спасибо большое. Вы очень много делаете для развития костельных средств массовой информации, призываете к использованию современных масс-медиа, как говорят. А как дальше планируете развивать эту сферу в Беларуси и что вам уже удалось сделать? Конечно, мы не можем отказаться от современных средств массовой информации, потому что ну, это сегодняшний день. Сегодня нельзя себе представить, чтобы костел был, не присутствовал, допустим, в социальных сетях. Это приходские общины, это какие-то группы молодежные. Мы должны там присутствовать, чтобы молодежь имела альтернативу. Чтобы не только молодежь, чтобы человек имел альтернативу выбора. Потому что сегодня очень часто любят говорить, что интернет — это зло. На самом деле это огромная площадка для того, чтобы делиться Евангелием, делиться доброй вестью. И сегодня, допустим, чем был такой замечательный год, уходящий 2017, то, что у нас появилось интернет-радио, Радио Мария. И сегодня мы можем слушать католическую какую-то весть, совместно молиться благодаря интернету. Сегодня католический костел включил, можно сказать, запустил литургию часов. Это молитва костела, это не какая-то индивидуальная молитва. И я как молитва священников, монашествующих, но и светские люди включаются в эту молитву, молятся псальмами, потому что основа этой молитвы — это псальмы. И это вселенская молитва костела всего. Поэтому и это сегодня тоже есть доступно в интернете. На нашем родном белорусском языке. И мы должны использовать эту площадку. Это не какой-то вызов современного мира. Это та возможность, которую дает нам современный мир, чтобы достучаться до большего количества сердец, чтобы люди, так как я сказал вначале, имели этот выбор. Да, и выбирать что-то злое, потому что всегда можно найти что-то злое, но чтобы у них тоже была возможность выбрать что-то доброе, услышать какую-то добрую конференцию, совместно помолиться или просто даже послушать хорошую музыку. Я думаю, наш оператор сегодня с удовольствием послушал ваши советы, как объединить и совместно использовать GoPro и смартфон. Я был очень впечатлен, он тоже. Он знал об этом. С той стороны камеры улыбается. Он знал об этом, он знает. Как вы в целом оцениваете современные средства массовой информации, то, чем они наполнены тематически, проблемно, стилистически? Нет ли у вас такого впечатления, которое есть, скажу, у меня, что в СМИ практически ничего не говорится о вещах действительно важных, а все, что интересно им и воспитано ими аудитории, является каким-то абсолютно поверхностным? К сожалению, это можно заметить на основных каналах телевидения или радио, в интернет, так сказать, вещание, да, что, к сожалению, мало глубины. То есть мы живем на уровне таком каком-то, даже не на бытовом, на поверхностном бытовом. Как-то больше какие-то минусы показываются. Нету вот этой теплоты, нету того, чтобы могло людей объединять больше. Поэтому, конечно, не хватает душевных передач, не хватает душевных сюжетов. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы все-таки не только человек в своем духовном росте делал шаг вперед и был благодарен Господу, но чтобы мы тоже не шли за тенденциями, не гнали за тенденциями современного мира. Он быстро, быстро меняются эти тенденции. И эта поверхность, она уходит. Поэтому
хотелось бы пожелать глубины. Да. Очень часто боятся современные и редакторы вот таких тем, да, потому что ну, у нас же будет меньше аудитория, у нас же будет меньше просмотров, да, не тот рейтинг. Но это не то, на чем мы должны ставить приоритеты. Мы должны ставить приоритеты на человеческом сердце, на человеческих отношениях, на отношениях в кругу семьи, на отношениях между людьми в обществе, вот, чтобы их укреплять, не разлагать, а укреплять. Поэтому, конечно... Ой, вы правы, я помню, как один священник был очень приятно удивлен и высказал мне это после одной из передач, на которой мы с вами вместе присутствовали, что я задавал вопрос, а чем отличается дух от души? И говорит, обычно спрашивают, как красят яйца, чем красят яйца, когда красят яйца. Сколько варить нужно яйца, да, вот, как правильно ложить, ложкой или вилкой. Если есть ощущение, что мало говорят о вещах духовных, то, между прочим, мало говорят и о серьезной науке. Насколько, на ваш взгляд, важно значение науки для современного человека, хотелось бы узнать, и насколько правильно современный человек понимает ее сущность? Нет ли у вас ощущения, что и эта область деятельности духа воспринимается исключительно поверхностно или даже утилитарно, я бы сказал? Костел никогда не отстранялся от науки. Костел всегда делал много не открытий, а много в сфере науки, потому что знаем и первые университеты, и школьная система. Это все детище костела. И, конечно, к сожалению, вот это мировосприятие людей, потому что люди думают, что если человек в науке, значит, он не религиозен. Если человек имеет какие-то продвижения в своей такой деятельности научной, значит, он атеист. Все это, конечно, все это неправда. Господь, после того, как Адам и Ева покинули рай, сад Эдемский, все думают, что он проклял человека на то, чтобы он тяжело работал. На самом деле это является одним из огромных благословлений Господа, которые он дал человеку. Это возможность познавать этот мир, это возможность развиваться в этом миру. Поэтому наука, тяжело представить себе мир современный без науки. Мы видим, что стоит еще много сделать. Господь, когда попросил, сказал человеку, вот тебе земля, будь хозяином, то есть смотри, управляй землей, но ни в коем случае не изменяй, не уничтожай эту землю. К сожалению, мы видим, что современный мир как-то переоценил свои возможности человечества, да, и больше склонен к тому, чтобы этот мир как-то уничтожать окружающую среду, для того, чтобы как-то больше заработать денег, не знаю, как-то более появились вот эти прослойки между людьми, супербедные и супербогатые люди, да, то есть, это все неправильно, и Господь когда-то придет и спросит, что ты сделал с землей? У каждого из нас, у меня, у вас, что ты сделал с этой землей? Вы затронули очень интересную тему, как раз которая напрямую касается деятельности вот той компании, которую я представляю в данный момент. Вот, согласно Библии, конечная точка истории человечества – апокалипсис, после которого не будет прежней земли и не будет прежнего неба. И современность наводит на мысль о том, что эту точку в развитии как раз-таки приближает развитие науки, индустрии, и создано ими общество потребления, в котором мы процветаем, можно так сказать. Но многие считают, что наука способна повернуть ситуацию вспять, восстановить экологию, обеспечить благосостояние людей и так далее. В частности, наш генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. Мы с вами в экотехнопарке, вы видели, я вам рассказал, вы уже посетили музей, поговорили с нашим директором. Вы уже представляете, в Юнибайке посидел, да. Конечно. На ваш взгляд, способна ли наука на это, на восстановление экологии, на спасение человечества, иными словами, и что для этого необходимо изменить в сознании людей и в их бытии, наверное? К сожалению, человек, наблюдая за обществом, да, мы редко смотрим в историю.
мы много смотрим в будущее, но никто не живет настоящим. То есть настоящее, оно просто проходит так, вот как машина перемалывает, вот, и никто не задумывается, что после этого останется. Поэтому я очень благодарен вам за эту прекрасную возможность быть сегодня здесь. Я следил за развитием технологий, за тем, как развивается ваш проект. Это, ну, очень интересно, как... Ну, казалось бы, человек религиозен, да, но это не чуждо мне, да, мне это очень интересно. И сегодня я смог как бы прикоснуться к этим открытиям. Действительно, это шаг в будущее. Вы сказали, что это 22 век. Ну, мне так кажется, мы живем в 21-м, но хотелось бы, чтобы это уже осуществилось в наше время, за нашу жизнь, да, потому что это действительно, это прорыв, и я благодарен за то, что есть такие люди, которые немного по-другому смотрят на те проблемы, которые существуют, немного по-другому смотрят на другого человека, вот, на этот комфорт жизни, чтобы человек не жил, выживая, а чтобы человек жил и радовался жизни, и был счастлив. Поэтому я могу вам пожелать только успеха, Божьего благословения в вашем добром начинании. И то, что я видел, это не просто реальность. Я думаю, что это завтрашний день, и я надеюсь, что у вас также найдутся доброжелатели и те, кто будет вам способствовать в развитии вашего дела, потому что дело действительно правильное, дело светлое. Спасибо большое. Нам очень важно ваше мнение, потому что иногда появляются такие вот вопросы, а может и не стоит всем этим заниматься? Может, чем, как говорят, горы, но огнем, да? Чем быстрее конец света, тем может быть и лучше. Может быть, приближается этот апокалипсис, и может, так и надо? Апокалипсис наверняка приближается, но сам Господь, Сын Божий, будучи во плоти человеческое, Он говорил, что только даже ангелы не знают, когда будет последний день. Поэтому мы, то, что я говорил, не должны глядеть так глубоко вдаль, в будущее. Мы должны видеть, как мы живем сегодня и что мы можем сделать сегодня, чтобы изменить нашу жизнь, чтобы изменить ее к лучшему, чтобы мы не задумывались о том, что нам съесть, да, или во что нам одеться, а подумали о душе. Я думаю, что все-таки современные технологии, они должны способствовать для развития человечества, для улучшения жизни. Это не гонка вооружения, да, когда одна страна перед второй хвалится каким-то новым оружием, которое, в принципе, оно создано для того, чтобы убивать. Оно создано для того, чтобы, да, могут сказать, защищать границы, государство, независимость. Но на самом деле это не то, на что мы должны ставить акценты. Вот, поэтому апокалипсис – это понятие, которое происходит каждый день в душе человека. Это борьба между добром и злом. И я также много читал и о тех претензиях людей, которые и к вашей работе, да, к вашим стараниям направлены. Послушайте, сегодня человек имеет свободный выбор. Если он не хочет участвовать в какой-то инициативе, его не заставишь. Вот. Он выбирает или идти с вами в ногу, или пойти своим путем. Поэтому, знаете, я бы посоветовал все-таки добрые дела, они делаются в украдце, в глубине сердца, и не обращать внимания на ту критику, на те злословия, которые направлены в ваш адрес. Добрая цель, светлая цель, и я думаю, что когда-то человечество осознает, что действительно, ну, вот этот прорыв в технологиях, он поспособствовал тому, чтобы быстрее спасать человеческие жизни, чтобы быстрее передвигаться между городами, между сложными местами на Земле. И это только облегчит жизнь человека. Спасибо большое, очень приятно слышать ваши слова, которые буквально вторят высказывания Альберта Эйнштейна, которую мы вспоминали где-то неделю назад. Держитесь подальше от негативных людей,
у них есть проблема для каждого решения. Да. Вы заговорили о будущем. А каким вы видите будущее человечества в 21 веке? Могли бы вы дать свой прогноз? Знаете, тяжело давать какие-то общие такие характеристики, потому что они не будут объективны, они будут всегда субъективны. И мне всегда проще делать это на примере собственного прихода. Я вижу, как, насколько людям, несмотря на то, что они живут в этом таком непростом мире, и очень много проблем и трудностей, но они все же находят какой-то моментик для себя, для своей души, и они ищут этого, да, и все-таки я надеюсь на то, что человек будет помнить не только о каких-то материальных вещах, что он все больше и больше будет задумываться о духовных, и вот этот кризис, духовный кризис, который переживает человечество, все-таки он пройдет. Мы научимся расставлять приоритеты, мы научимся как-то делать правильный выбор и, прежде всего, мы научимся слышать себя, слышать своего ближнего и слышать и ощущать присутствие Господа в повседневной жизни. Спасибо большое. Не будем забывать, по какому поводу мы сегодня собрались. Какие интересные традиции празднования Рождества существуют лично у вас и в кругу ваших близких? Конечно, я думаю, что у каждого католика на наших вот эти традиции с Рождеством связаны, они такие, действительно таинственные, сокровенные, потому что вот эта духовность, перекликающаяся, семейная духовность, которая перекликается с духовностью всей общины, которая, можно сказать, вплетена в духовность общины. И мы вчера вечером, когда собирались за столом, когда на небе была первая звезда, по традиции так у нас у католиков есть, постный стол, где мы преломляемся оплаткой, это белый хлеб, чтобы пожелать, попросить прощения, пожелать доброе, светлое пожелание в том году, который приближается, вот-вот уже, чтобы Богомладенец, который родился, чтобы благословил нам. И после трапезы, после того, когда прочиталось Священное Писание, после трапезы все идем в храм на Божественную Литургию. Когда собираются все сияющие лица, ночная служба, все потом спешат домой. И сегодня опять были полные храмы, и это не может не радовать. Это вот эта теплота, люди понимают, что не все завязано вот на этом материальном, что все-таки есть то, что нас сплочает, что помогает нам как-то по-другому посмотреть на те же проблемы. Я всегда людям говорю, которые приходят в храм, говорю: послушайте, оставьте свои проблемы за дверями храма, вы вернетесь к ним. Они не уйдут. Иисус говорит нам: у вас еще больше проблем будет, если будете верить в меня. Мир будет вас преследовать, они будут вас осуждать, и они будут вас убивать, да, так можно сказать. Да? Первые века христианства так и было. Вот, сегодня мы благодарны за свободу религии, за свободу веровознания, то есть мы можем спокойно вызнавать нашу веру. Но я говорю, вы вернетесь к своим проблемам, но вы вернетесь с другим сердцем. Сердцем, которое наполнено Богом, сердцем, которое наполнено теплотой, спокойствием, любовью. И вы уже по-другому будете смотреть на эти проблемы. Вы по-другому будете смотреть на своих сотрудников, на своих коллег по работе, на своих соседей. Пускай даже какая-то простая улыбка, которая нам ничего не стоит, но она может тоже переменить жизнь человека, которого вы в первый раз в жизни видите. Спасибо большое. И, конечно, хотелось бы услышать несколько слов о неизменных рождественских атрибутах. Очень Рождество настолько не просто светлый праздник, он очень глубокий праздник. Это событие, которое мы переживаем сегодня, это событие планетарного масштаба. Небо поцеловало землю. Сам Господь воплотился. Господь стал частью нас, человека, грешного человека, слабого человека. И, казалось бы, вот в такой, таком масштабе, да, планетарном, что нет места каким-то маленьким атрибутам, да, тем, которыми мы наполняем наш дом, нашу повседневность. Вот.
Но, тем не менее, их очень много. И, конечно, каждый из нас украшает дома елку. Это дерево жизни, да, вечно зеленое. Каждый из нас старается сделать какую-то декорацию, такую, не знаю, из фигурок, в память вот этого события рождения Иисуса. Каждый из нас готовит какие-то подарки своим родным и близким. Может, не столько это должны быть какие-то пышные, драгоценные подарки, сколько больше внимания для своих родных и близких. И в каждом доме есть оплаток, этот белый хлеб, который показывает это единство человечества. Чтобы испечь оплаток, нужна мука. Чтобы сделать муку, нужно зерно. Все зернышки разные. Перемалывая, получается, мука объединяет их один белый хлеб. Вот. Поэтому самое главное, чтобы в эти дни, вот рождественский период сейчас будем переживать, чтобы мы не скупились на теплоту сердец, мы не скупились на то, чтобы дарить эту теплоту каждому человеку, прежде всего в кругу своей семьи. Потому что, с одной стороны, мы говорим про планетарность, про вот величие этого праздника, про то, что нужно ходить на службы, не просто ходить как зрители, а участвовать, слушать, причащаться. Но также это и семейный праздник, вот, семейный быт, совместные трапезы вечером, днем. Конечно, это тоже такой яркий пример переживания этого праздника. Не только двери наших домов должны быть открыты в эти дни для каждого человека, но прежде всего в эти дни должны быть открыты наши сердца. Наши сердца, в которых должно найтись место для каждого. Пусть эти дни будут теплыми днями, когда мы пересмотрим свои отношения между супругами, между мужем и женой. Пусть эти дни будут прекрасным моментом, когда мы наладим контакт со своими детьми, со своими родителями. Вот. Потому что, а когда еще это сделать? Когда еще это сделать, как не в эти дни, когда семья, святая семья, Мария, Иосиф, Богомладенец, на авансцене сегодняшнего дня. Прекрасные слова. Хотелось бы спросить, какие события уходящего года остались в памяти и что ожидаете от года наступающего? В этом году, конечно, как и каждый год, был очень интенсивный в жизни католического костела в Беларуси. И, конечно, несколько таких событий даже европейского характера. Беларусь в этом году приняла Раду конференции епископов Европы. Это к нам приехало около 80 епископов, из них было около 9 кардиналов. Беларусь никогда не принимала такое количество католических епископов. Это было событие, которое было также проверкой для нас, как для костела местного тут в Беларуси. Сможем ли мы принять, сможем ли мы организовать это мероприятие? Конечно, тот резонанс, который сейчас есть в Европе, позитивный резонанс о нашей стране, о наших людях, о верующих, когда епископы и кардиналы видели действительно не просто зрителей в храмах, которые пришли, чтобы посмотреть на такое количество епископов, а, как говорят о том, что здесь живые приходы, живая вера. Это, конечно, очень, очень радует. Безусловно, также в этом году мы переживали столетие фатимских объявлений, в то время, когда землю раскалывала вот эта борьба добра и зла, можно сказать, когда в 1917 году была Октябрьская революция, которая начала вот это... Интересно. Вот ваше это непростое... И непростое движение в развитии церкви, верующих людей, да, сколько зла и сколько страданий принесло человечеству. В этот момент происходит объявление Матери Божией в Фатиме, которое дает нам ключ к решению, которое говорит, что Россия обратится,
в то время Российская империя, это и белорусские земли, что Россия обратится, что здесь снова воспылает вера. Не просто будут маленькие какие-то вот эти огоньки веры, да, что она воспылает снова. И мы праздновали торжество, столетие объявления Матери Божией Фатиме. Была перегранация фигуры, копия фигуры Матери Божией Фатимской была привезена из Фатимы, освящена в 16 году, и она посетила все приходы нашей епархии. В других епархиях также происходили эти перегранации копии фигуры. Это своего рода такие национальные были реколлекции, да, такое, когда люди смогли еще раз расставить приоритеты. Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем месте. Поэтому вот такие события, конечно, это бусловские торжества, это встречи молодежи, это та жизнь, которой костел живет сегодня, стараясь заметить каждого человека и нуждающегося, и молодого человека, энергичного. И костел всегда старается идти не просто в ногу со временем, а старается всегда дать человеку то, что требует его сердца, дать человека Бога, чтобы человек не просто знал то, что Бог существует, а то, чтобы он ощутил его присутствие в повседневности. Спасибо. А в следующем году чего вы ожидаете? Следующий год, конечно, он как будет также насыщен в пасторская программа, очень непростая и не то, что она очень сложная, она насыщенная тоже в разные события. В следующем году очень важное произойдет событие в мировом масштабе. Синод епископов, который пройдет в Ватикане, будет посвящен молодежи. Тем вызовам, с которыми сегодня встречается молодежь, наши епископы будут собираться и решать, чем мы можем, как костел, помочь молодежи. И очень радует, что также представители из Беларуси будут направлены на эту встречу из молодежи. Это очень радует. Также наши епископы поедут на каждые 5 лет. Конференция епископов каждой страны приезжает в Ватикан, чтобы попросить представить, как происходит жизнь, выглядит жизнь костела в стране, услышать советы. Так как священники приезжают к епископу, так наши епископы поедут к папе, чтобы услышать его наставления, чтобы получить его благословение на пасторскую деятельность. Эта встреча называется «Ad limina apostoliorum», визит к апостольскому престолу. И действительно, эти события, они могут не радовать. В следующем году мы также будем переживать 20-летие коронации папскими коронами иконы Матери Божией Буцловской. Это святыня, белорусская святыня, которая почитаема как православными, как католиками, так и православными. Это святыня, к которой приезжают люди не только из Белоруссии, но и из ближайшего зарубежья также. С Божьей помощью все это сбудется. Я думаю, самое время поздравить всех христиан, которые отмечают в эти дни Рождество Христово, с этим праздником. Вам слово. Спасибо. Возлюбленная во Христе, в Вифлееме, куда прибыли Иосиф и Мария, не оказалось места в гостинице, чтобы им расположиться, поэтому тот вертеп, в котором рождается Иисус Христос, стал тем первым местом, первым пристанищем здесь на земле для нашего Господа. В эти дни я хочу пожелать каждому из нас, чтобы в наших сердцах нашлось место для Господа. Наполняйтесь Его любовью, наполняйтесь Его благословлениями, радостью. И делитесь этой радостью, этой теплотой со своими родными и близкими. Пусть Господь родится в наших сердцах, в наших семьях. Пусть Он родится в нашем обществе. Пусть каждый из нас наполняется этим светом. И счастливого вам Рождества, этого светлого праздника для наших братьев православных. Я, те, кто еще переживает рождественский пост, желаю хорошей подготовки. И всех с наступающим Новым годом. Пускай Господь благословит каждый день, каждое наше доброе начинание. И пусть все наши добрые дела принесут богатые плоды.
спасибо большое. К сожалению, время нашей встречи заканчивается. Угасает наш камин, но я не сомневаюсь, что его тепло и свет перешли в наши сердца. Напоминаю, что сегодня нашим гостем был отец Юрий Санько, пресс-секретарь конференции католических епископов Беларуси, настоятель прихода Святой Троицы, костела Святого Роха в Минске. Еще раз с праздником, счастливо. До свидания.